В Игринском колледже внедряют инновационные технологии. Такая новость размещена на портале «Радио Югра». С первого курса студенты Березовского района учатся управлять здоровьем с помощью биологической обратной связи. Благодаря новейшей системе можно освоить правильное дыхание в галокамере, выстроить гармоничность работы дыхательной системы и сердца, а также улучшить осанку. Накануне педагоги Игринского колледжа представили свой опыт по внедрению здоровьесберегающих технологий на Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге. Кроме того, они приняли участие в конкурсе «Школа здоровья 2017», где СУЗ стал лауреатом в номинации «Образовательная организация. Территория здоровья».